Вот такая вот у нее барана. Сейчас поближе пройдем. Да, то есть проходит он, сгребает эти кочки, а нам это и надо. Во, молодец, там выкинул всю эту старую траву. И еще раз. Может, что-то и получится. А говорит тот, наш маленький культиватор, забивается. Сейчас он второй трактор идет. Сейчас посмотрим. Ага. Второй трактор наш, маленькая барана, он, да, вот так гребет. Так, ладно, сейчас. Да, забитый он сильно. Не получается им. Ну вот, они едут второй круг. С этими пружинные, с пружинной бородной намного лучше получается, чем наша маленькая барана. Ну, наши маленькие зато после, как посеяли руками, раз заборонила, все, по похоте она идет нормально, а это он сгребает. Все косить потом легче будет. Не знаю, что получится, посмотрим. Пахать не наше поле. Так что попробуем так маленько разработать его, а то сейчас все перепашем, сделаем, а дядя скажет, как у нас обычно в России. Сейчас пройду тут. Оба едут трактора. Сейчас посмотрим. Как пройдут, покажу, что на поле творится. Ну, его лет 10, уже 15, наверное. Не пахали, ничего не делали. Вот второй. Отправляя его домой с маленькой бараной, неэффективно. Она забивается и ничего не этот.
не гребет.